Вот такие замечательные стихи пишут в глухих деревнях. Скоро я отправлюсь навстречу, в гости. Мы навестим одинокую бабушку, которая единственная житель, которая живет в той деревне и пишет такие стихи. Не обижайте пожилых людей, и к вам придет когда-то старость. Не забывайте вы отцов и матерей, недолго видеть их осталось. Не обижайте пожилых людей, которые ушли из коллектива. Не закрывайте наглухо за ними дверь, ведь это так бесчеловечно, некрасиво. Не забывайте старых матерей и уделяйте больше им внимания. Пройдет немного лет и дней, останутся от них одни воспоминания. Так что скоро мы поедем туда и познакомимся с автором этих стихов. До новых встреч! Боже ты мой, какая красота! Это вот как в сказке Алёнушка, Иванушка. Там вот там болото, там она кричит: «Иванушка!» Как вот попадаешь в сказку, и так можно идти бесконечно, бесконечно и петь: «Русский лес, какая красота! Русский лес!» Я ее еще издалека приметил. Иду, смотрю, думаю, вот эта молодая березка прямо так себе и манит. Вот это мое дерево. У каждого человека есть свое дерево. Вот надо немножко подпитаться от него. Когда молодое дерево, ты забираешь от него самые такие соки, которые дают тебе силу. Жизнь моя, это золотая ласточка, хорошенькая березка моя. Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильно от мороза, дым над крышей тонкой ниточкой струится, значит, будут звезды литься в темноте январской ночи. Было и прошло, твердит мне время, но ему назло, тебе я верю, верю в майский день. От яблони белый, яблонь молодых в твоем саду. Цыгане шумною толпою по Бессарабии идут. Они гуляют и танцуют, они весело поют. И льется песня красивая. Здесь очень красивое равнинное место. Сюда стоит подняться, как на гору Арарат. И потрясающие виды на сосны и березы. От дорог устанешь ты, и впервые сядешь, посидишь на пенечек. Вот такой в лесу пенечек, где можно посидеть, отдохнуть и снова отправляться в заброшенную глухую деревеньку. Эх, дощечка, доска, подвела казака, искупался в воде ледяной. Вот и куда тебя понесло-то? По дощечке такой. Ой, осторожней. Смотри-ка. Еще попробуй здесь пройди по такому мостику. Есть места, где я еще не побывал. Деревня Истинка. Надо же, прямо так на дереве стоит табличка. Висит. И лягушек вокруг. Целый гул. Вот по каким дорогам можно пройти и проехать. Красавчик. Красавчик. Ты такой хороший красавчик, да? Вон как ты ешь, молодец.
самая, самая, самая любимая, самая, самая, самая красивая, ты дорожка моя, самая, самая, самая трухлявая, самая кровная деревенская. Русская дорога, вытри слезы, отдохни немного, вот она, русская дорога. Край любимый мой, край березовый, свет равнин, передаю всем, всем, всем огромный привет. Не скучайте без меня. Берегите себя. Хорошего всем настроения. Позитивных солнечных дней. И побольше хороших новостей. Будьте счастливы. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Покосившаяся хата с крыльцом рассыпавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках. Шел я, шел. Ехал в такую даль, и что? И как это понимать? Люди, нет никого. Деревенька моя старая. Ну и куда ты меня привел? Что, ты не видишь, что это прям тайга какая-то? Вот именно что. Глухая тайга. Неужели там кто-то живет? Называется дорожка фронтовая. Потихоньку, по камешкам. Вперед. Шаг за шагом. По долинам и оврагам. Да что ж это такое-то? Да куда же это? Да где же это? Да что ж это такое-то? Где ты есть-то? Ау! Я в цветистом лесу пил березовый сок, и новых искал я грибов. Да нет, я не скажу, что я заблудился. Мне просто очень хорошо здесь. Вот, мне просто очень комфортно. Среди русских равнин, среди русских берез. Это место хорошее, наше, любимое. Поэтому я желаю вам почаще приходить сюда. Хорошее место, где вы будете находить свое место для отдыха, для отдушины. Вот, поэтому... Здесь даже вот подышать вот этим воздухом просто приятно. Комары? Да комаров нету. Комары уже узнали, что я сюда иду, они все ушли. Да, как в сказке. Край ты мой заброшенный, край ты мой пустый, то ли гость непрошенный, то ли поводырь. А над речкой клонится золотая звонница, где грустит, печалится
женский монастырь, а над речкой клонится золотая звонница. Там стоит печалица, женский монастырь, Старинные часы, старинные портреты, холодильник современный. А просто это русская изба. Фотографии. Родители. Кто на фотографиях? Лена, на фотографии дочка моя. А? Да. А, точно. Я ее не узнал. Да. А парень кто? Леня. Вот. В смысле? Тут вот? Да. Это Федор Иванович. Это Федор Иванович. Кто он вот есть? Леня. Это... А, Ленька-то мелкий. Да. Вот. Ну, да, точно. Вот. Бабушка когда? Варя. Бабушка Варя. Так. Умерла в 94-м году. На 100-м году. Да. Расскажите, что у вас там интересного в доме? Да что у нас тут интересного? Это печка. Печка сложена в 11-м году. 11 сентября. Поправили ее. Она стала плоховато, угу. Вот ее немножко подправили. Почему на этой кровати никто не спит, если у вас сложены подушки? Это постирали и вот это все положили, постиранное. А тут подушки. Почему подушки? Вот на диван. На... Это ваша основная комната? Да. Давление мерить каждый день? Да. Давайте ко мне тоже померим. Давление. Давайте. Давайте померим. Здесь у вас что? А вот Ленин, эти поделки, вот эти, от Лени делал все. Лампы так остались сложены. Посмотрите, как сшивали раньше крышу дома. Да. Подушки, какие наволочки были. Какие все. Как будто. Я уже... Молчу про песни. Песни, какие раньше пели. Старинные. Давление. Так вы часто давление измеряете? Не, утром, по утрам. И как у вас давление скачет? У меня нормальное давление. Что-то принимаете от давления? Нет, ничего не принимаю. То есть народные методы есть лечения давления какие-нибудь? Есть, конечно. Конечно. Которые есть. В деревнях есть, но да. Их мало кто знает. Да. А чего с комаров столько в доме летает? Дверь открыта была. Мы их потравили. То есть в огороде реально вырастите методы лечения от давления, да? Да. Если оно скачет. Вот, сейчас мы посмотрим. Ой, 102 на 65, пульс 100. Это вот что смотри. Означает? Это нормальное давление. 100. Это... 102 на 65. Да. Космонавт. Пульс 100. Пульс. Вот так. На меня смотрите. Все будет хорошо. Чистота энергии, чистота силы разума. Никогда не было никакого зла,
никакого зависти не было, не вижу я негативной энергии, никакого воздействия. То есть только добро, только позитив. И очень хорошие дети, внуки, очень-очень шикарно. Молодец, руку дай на секунду. Ну, ты все правильно сказал. Все правильно сказал. Все так и есть. Все будет хорошо. Потому что люди, которые живут с добром, они всегда притягивают к себе добрых людей. Люди, которые не думают о плохом, люди не думают о том, как о тебе соседи подумали, как там у тебя сарай там свалился, не развалился. Вот. Поэтому люди, которые живут сами, с хорошими мыслями, и они притягивают хороших соседей. Даже если одна живешь в деревне, это счастье, что живешь одна. Рядом нету завистливых соседей, нету врагов, нет того, кто тебе пожелает что-то такого, чтобы твой огород Плохого. провалился, чтобы ты сама там доковыляла, чтобы у тебя там денег на хлеб не хватало. Нет такого, понимаешь? Поэтому надо, поэтому радоваться, что одна живешь в деревне. Мы радуемся. Одна, зато как? Хорошо, Чем хорошо. со всеми, с толпой. И неизвестно, Хорошо. что они тебе скажут, что пожелают и так далее. В этих больших городах, в этих стенах, где мы сами теряем себя, сами не можем себя найти в этих стенах, в четырех Правильно. углах. Правильно. А здесь посмотри, сколько возможностей, сколько. Поговоришь с деревом, поговоришь с... Спасибо тебе большое. И тебе, Игорь, спасибо. Никогда не унывай, никогда никому не жалуйся, не говори о своих проблемах и так далее. Знай, что Господь тебя слышит, Он на твоей стороне, поможет тебе, а у тебя все хорошо. Спасибо. А Спасибо. мне... Доброго здоровья, Игорь. Доброго здоровья и всех благ. Спасибо большое. Пожалуйста, Спасибо Игорь. огромное. Дай Пожалуйста. Бог всем нам жить долго, счастливо и вот Да. находить вот людей по жизни такие, которые будут за тебя молиться. У тебя есть, которые молятся за тебя? Я молюсь. Есть, есть. Дай Бог тебе. У Есть. тебя руки светлые, у тебя руки чистые. Ты сама чистый человек, ты сама Игорь, ты хорошая. хороший Спасибо тебе большое. человечек. Колодец, колодец, дай мне молоко. Быть может, еще возвратиться в счастливое время и в наш уголок. В счастливое время и в наш уголок. Наш чувыр он не снимает. Вот таких. Ладно. Бабушку, а нас не надо. Это сами, вот это как, из Да, чего? это самогонка. Сахар и добавки несъеденного варенья. Вот тут. И на сколько делаете? Литр, там, 5 литров, как, На ну, флягу. ставите на Мы месяц? делаем флягу. 40 литров и 2 захода. Меньше 40 градусов не берем. А больше бывает, да? Бывает, да. Ясно. Ну и Вот как? такой. Часто это сам, по праздникам это самое, или как вы? Выпиваем, Да. когда круг общества, тогда выпиваем. А так нет.
Ясно. Пей, пей, не жалей, комарам тоже налей. Они кровожадные, ну и мы не жадные. Пошли, Мали, давай. Вот, для вас специально. Давай. По-деревенски. Да. А, либертанго. У-у-у. Клавиши снимайте. Да. Во дворе есть девчонка одна, я с ней с детства знаком. Я гляжу в ней след, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Здрасте. Молчать будем? Ой, ладно, неситесь, пока несется. У речки, на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ножки. Мыла Марусенька белые ножки, к ней подплывали сизые гуси. Ш! За уткой. Опа! Ты как она полетела? О, гуси, гуси! Да-да-да! Ей хотите? Да-да-да! В чем дело? И что за фигня? Самая гусина у меня. Гуси, гуси! Га-га-га! Ей хотите? Да-да-да! Так я прихожу нафиг! О! Давай-ка сюда, руки нахер. О, супер. Иди сюда. Ниже. Все, хорошо. Снимай еще один файл. Ой, калина красная, красная калина. Ой, рябина красная, русская равнина. Дева Богородица,
золотая звонится, только гуси, лебеди остаются с нами. Ой, вы сизые гуси, ой, вы гуси-лебеди, а в любовном лебеде не бывает грусти. Ой, вы гуси-лебеди, ой, вы сизые гуси, а в любовном лебеде не бывает грусти. След маши руками, полетели в самаре, провожая глазами. Дева Богородица, золотая звонится, только гуси-лебеди остаются с нами. Ой, вы гуси-лебеди, ой, вы сизые гуси, а в любовном лебеде не бывает грусти. Ой, вы гуси-лебеди, ой, вы сизые гуси, а в любовном лебеде не бывает грусти. Вот все, будет играть дорогой. Под дуб, под ясень, под хренбер, ну ясень. Ну все, отлично, не спачкается. Не-не. Это какого года трактор-то? А? Какого года трактор-то? 75-го. Ты ровесник тебе, наверное. 85-го я. А-а-а. 85-го, да 10 лет разница. Ой-ё. Ну что, с Богом, давай. Передавай нашим привет! Эй, куда он побежал? Выворачивай! Ну, побежали за ним. Там речь, осторожно. Как он приедет? Ты сейчас приедет? Как? По воде, осторожно, давай! Распудит твою канитель. Главное, что вода в стороне осталась. А что ж делать? Все, проехал, что ли? Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная, и в ней погода дорога. Но ты мне улица родная, и в ней погоду дорога. На этой улице подросткам
гонял по крышам голубей. Ну, здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Ну, здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Вы когда-нибудь такую красоту видели? Когда солнце встает сквозь облака, лучи, видно солнце, такие лучи вообще поют птицы. И ну, это благодать. Собаки лают, такая тишина. Просто тишина. Это не изоляция. Это, наверное, счастье. Смотрите, как солнце встает. И лучами нас озаряет. О, петухи запели. Дайте послушать, как поют птицы. Это просто что-то. И солнце так встает. Лучами пробуем приблизить. Мне даже не повторить. Кр-кр-кр-кр.